Мобильное приложение Mosoble ERC, раздел «Сервис», «Бонусы» и акции «Кэшбэк МИР». Таков простой путь гарантированного возврата 1% от суммы оплаты коммунальных платежей с помощью карты российской платежной системы. Житель Одинцова, исполняющий обязанности начальника местного управления Mosoble ERC, Григорий Лыткин подробно демонстрирует, как получить кэшбэк. Сам он регулярно пользуется этой услугой. Когда человек оплачивает услугу коммунальную, эти деньги ему вернутся в размере 1%. Значит, у меня, допустим, 10 тысяч где-то приблизительно получается, из 10 тысяч 100 рублей ежемесячно я возвращаю себе. Значит, это очень удобно. Программа «Кэшбэк» действует на территории Подмосковья с июля 2021 года. В ней участвуют Mosoble ERC и Мосэнергосбыт. При оплате квитанции через личный кабинет либо через сайт данных организаций на карту плательщика процент вернется через 5-7 дней. Это касается всех платежей, которые осуществляются по карте МИР. Но карту МИР нужно обязательно зарегистрировать на сайте программы лояльности, которая осуществляется всеми эмитентами карты МИР и позволяет именно получать этот кэшбэк в зависимости от того, что вы оплачиваете. Оплата коммунальных платежей в электронном виде займет всего несколько минут. К тому же совершать их можно в любом месте – дома, на работе, на улице, в транспорте. На сегодняшний день в системе Mosoble ERC более 2,5 миллионов лицевых счетов, и более 10% из них оплачивают коммунальные платежи через свои личные кабинеты и через сайт Mosoble ERC. Соответственно, если это оплачено с карты МИР, то кэшбэк не получают. При проведении таких электронных платежей проблем не возникает. Если все же потребуется консультация специалиста, ее предоставят в любом клиентском офисе Mosoble ERC. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».